Кто-то идет к нам. Кошки долой от двери. Кто? Господи Иисус Христос. Куда? Кошка. О, с обновкой. Ведро новое купил, что ли? Нет. Нет, а что там какая-то бумажка? Это я же муку с собой беру. А, ну давай. Тут у меня лепешки. Слава тебе, Господи. Такая вот красавица. Ой-ой-ой, вот это лепешка. Смотрите, вот я поставлю как, гляньте на пальцы как. Да три пальца считай. Ой-ой-ой. Вот это Володенька. А больше 20 сантиметров с лишним же. У него сковородки хорошие, большие такие, глубокие. Ой-ой-ой. Надо место-то подготовить. Сегодня у нас вторник. Еще себе. 4 лепешки. Это такие. Вот это да. Раньше такие вот продавали. Это не маленькие. Во. Да слава тебе, Господи. Свой пекарь. Ученик да. Виктор Николаевич Савченко. Да, так и есть. Все. Все, да? Все. Сейчас пойдешь куда? Ну, кошек кормить. Ну, кошек кормить. Я тогда отойду. Там что-то меня вызывает уже. Угу. Сейчас молиться будем. Да слава тебе, Господи. Вторник сегодня. 29 марта 2022 год. А я в окно смотрю, как там строят. На улицу-то не всегда выхожу. И вон там это здание много. Наверное, не видать да будет. Вон оно где. Ну еще не видать-то. Видать вполне. Вот они строят, там видно, там где люди. Я отсюда выглядываю. Ну это стекло темное. Тут мешает. Вот как они там строят. Ой-ой-ой, страшно. Господи помилуй. Это все из комнаты. Вот так живу рядом. Все, пошел, да? Да. Ну давай, не задерживайся. А я тут все вопросы да ответы. Ну ладно тогда, сегодня вторник.